Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. А утром опять пришел храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый бросьте на нее камень». И опять, наклонивший низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.